Здравствуйте, туристы-милитаристы. Ну вот я специально показал вам почти все фотографии, которые приняли участие в летнем ножевом фотоконкурсе Архадыр-2019, для того, чтобы вы перед тем, как вот послушать меня, осознали всю масштабность происходящего. Если воспринимать этот фотоконкурс как некий проект, то, конечно же, я считаю, что он удался. Почему? Потому что удался. Неважно. В общем, все получилось. Как говорит Чебурашка, мы строили. И наконец-то построили, потому что я не ожидал, что будет такая активность, я не ожидал, что будет так красиво, я не ожидал, что будут такие замечательные фотографии, которые в себе сочетают там и профессиональность с одной стороны, и душевность с другой стороны, и просто глядя, вот я не знаю, кто из вас сейчас осилил весь вот этот вот, как это сказать, презентацию всех вот этих фотографий, смог посмотреть все подряд. Лето-то удалось, оно еще как бы есть, оно уже, ну так, уже немножко здесь у нас прохладнее становится. Но самое главное, по фотографиям видно, что люди у нас умеют не только работать, но и отдыхать, получать удовольствие от жизни, и это самое главное. В общем, я не ожидал, что будет настолько здорово, что будет настолько круто. И сейчас я думаю, что мы, конечно же, как-нибудь это все дело повторим. Там, я не знаю, зимой, не зимой, следующим летом. Ну, в общем, как-нибудь что-то подобное замутим. И могу сказать, что некоторую гордость с капелькой, с толикой тщеславия я, конечно же, испытываю именно как человек, который... клуб этот в какой-то момент, но я не создал этот клуб, ну скажем так, я там нажал пару кнопок и он начал существовать. То есть вот в этом смысле пафоса нет, но именно что настолько живая активность у нас в группе, настолько у нас все по-настоящему, то есть да, там 3,5 что-то там тысячи человек, но это все живые люди, настоящие люди. 600 фотографий, я честно сказать просто офигел. И еще одна цель, почему я сейчас пустил вот этот вот весь ряд фотографий, чтобы вы посмотрели перед тем, как послушать меня, это чтобы вы поняли, насколько сложно было, неимоверно сложно было. Вот тяжело себе представить более гадкое занятие, чем быть в жюри вот такого вот фотоконкурса. Почему? Потому что, ну реально, ну... фотографии тасовались, перетасовывались, все это обсуждалось, мы голосовали, мы каким-то образом там суммировали свои голоса, обсуждали, то есть те у нас участники жюри, которые больше разбираются в фотографии, они приводили какие-то именно профессиональные аргументы, мне наоборот больше как бы житуха, движуха, все как вот это все было. В общем, я сразу скажу, что, конечно же, мы выбрали победителей, но это настолько условно, то есть в данном случае действительно главное не победа, главное участие, и я огромное спасибо говорю всем, кто не поленился, навел камеру на нож, навел камеру на какую-то природу, щелкнул, сфотографировал все это дело. Огромное вам спасибо, ребята. Да, победят физически по призам не все, но, скажем так, эмоционально, по настроению, все мы победители. Я сам считаю себя победителем, потому что я смотрел, я любовался действительно. Я любовался ножами, я любовался продуктами, я любовался пейзажами, я любовался людьми. То есть в этом плане я просто это все рассказываю для того, чтобы те, кто сейчас по какой-то случайности не победит, чтобы вы понимали, что на самом деле это все очень крайне так все... я даже не знаю, как выразить правильно свои мысли. То есть, ну, в общем, спасибо вам большое за фотографии. И в первую очередь именно тем, кто не победители, я обращаюсь. Обязательно дерзайте в следующий раз, обязательно фотографируйте, обязательно участвуйте, потому что некоторые вот меня просто вот сердце кровью обливалось от того, что кто-то не победил, но все-таки как-то что-то. В общем, так или иначе, как в любом конкурсе, в любом соревновании победители должны быть. И они у нас
случились. Огромное спасибо еще отдельно хочу сказать, выразить всем членам жюри, которые в первую очередь терпели мои какие-то докапывания там на грани с какими-то оскорблениями, с какими-то, я не знаю. Ну, в общем, все это происходило у нас зачастую довольно эмоционально. В общем, Павел Некрасов, Андрей Озеров, Антон Борисович, Ваня Дубов, Виктор Миллер. Спасибо вам огромное. Павел Некрасов, Озеров, Борисович, Миллер. Салех. Думаю, что такое? Салех Султанзаде, который мало того, что он выступил в амплуа участника жюри, он еще и предоставил один из призов. Я сейчас как-то... Салех, почему тебе все время достается от меня? То я фамилию перепутаю, то я... В общем, я совершенно несправедлив к человеку, который придумал наш новый клубный патч и вообще всячески очень активно поддерживает группу, поддерживает клуб. Я не буду это переснимать. Давайте пишем одним файлом, поэтому... Салех, брат, вообще спасибо тебе большое, как всегда. Так, итак. Первая категория. Первая категория у нас называлась «Человек и нож», и была поправочка, что женщина тоже человек. На самом деле было несколько фотографий прекрасных дам, и они прям такие действительно замечательные, вы все это видели. Приз в этой категории предоставил магазин «Мистер Чили» с кодом Архадыр. Он, помимо того, что у мистера Чили и так хорошие цены, с кодом Архадыр он еще дает ломовую скидку, беспрецедентную, в 15%, постоянную скидку на все. Поэтому меня когда спрашивают некоторые конкретно взятые, как это сказать, бренды, где покупать, ну, я говорю, посмотри там, там и там. И я говорю, вот там такая скидка, вот там такая скидка. И мистер Чили, конечно же, звучит среди первых моих рекомендаций, потому что действительно ребята дают очень хорошие цены. Итак, та-дам! Победителем в категории... А, забыл! И мистер Чили предоставляет приз в этой категории складной нож Mr. Blade HT2. Здоровенный, мощный, классный. Флипует просто так, что кисть уходит куда-то в сторону с таким щелчком. Вообще, по звуку HT2 это наш достойный ответ Тилайту шестерки. Итак, победителем в категории «Человек и нож» становится Михаил Васюченко с его замечательной фотографией в таком шпанско-уркаганском стиле. Миша, я так понимаю, что это именно автопортрет, потому что, судя как-то вот по положению камеры, по положению всего, Миша умудрился сам себя снять, ну или кто-то его снял, но фотография... Было очень много у нас споров, обсуждений в категории «Человек и нож» с точки зрения, там, ну как вот... Как бы, но Миша просто, он все равно завоевал наши сердца. И опять же могу, кто-то может сказать там ангажированность или неангажированность какая-то жюри и прочее, Я могу сказать, что я очень рад, что Миша победил в этой категории. Михаил, я тебя поздравляю. Почему? Потому что я очень хорошо к нему отношусь лично. Михаил, гвозди бы делать из таких людей. Если бы у нас все мужики были такие, как Васюченко, у нас бы вообще никаких проблем ни с кем никогда бы не случалось. Вот. И еще хочу добавить по поводу фотографии Михаила. Миша прислал несколько других фотографий в других категориях, которые не победили, но они совершенно достойны были бы стать призерами. Особенно меня тронуло, вот по-настоящему тронуло фото. Летнее фото, человек сфотографировал в июле просто на кромке льда в сугробах, и я там в комментариях ему даже не поверили, что это летняя фотка. На самом деле Миша летает туда, где все время холодно,
а зимой там он мне присылал пару раз видео, какие там бураны. Я вот вспоминаю, у меня сразу мурахи бегут просто по руке. В общем, Миша, поздравляю тебя с совершенно заслуженным призом, с полностью абсолютно, ну, на мой взгляд, фотография просто супер получилась. В общем, пользуйся, с обновой тебя. И магазин MrChili.ru свяжется с победителем и, конечно же, перешлет ему его приз. С фотографией на живой натюрморт выходит, с категории на живой натюрморт выходит все еще веселее. Почему? Потому что там, может быть, просто мое сердце тронул этот натюрморт именно как жителя Эстонии. Можно по-всякому там прикалываться, можно по-всякому там к этому относиться. В общем, в категории «Ножевой натюрморт» приз предоставляет ножевая мастерская «Первый цех». Это нож «Прикол». И огромное спасибо Антону за это. Действительно, нож очень прикольный. И как большинство, как подавляющее большинство ножей первого цеха, этот нож, он просто просится на фотографирование. Он просится на именно какие-то натюрморты. То есть с ножами первого цеха фотки снимать одно удовольствие. Почему? Потому что они реально очень органично вписываются в любое пространство, и они всегда красивые, всегда замечательные и удобные. В общем, спасибо большое. Нож «Прикол» отправляется у нас к Елене Мышкиной, которая сделала просто потрясающий натюрморт бака, плывущего в косяке килик. И, конечно, я вот сам себе задавал вопрос. Может быть, это просто потому, что мне так нравится килька пряного посола, я проголосовал. Но на самом деле в ножевом натюрморте были очень хорошие, действительно очень хорошие фотографии и обсуждалось, но вот кильки как-то довольно все равно. У нас сама по себе схема была такая, что каждый член жюри выбирал там несколько фотографий, и после этого вот этот вот ограниченный контингент мы складывали в один ящик и потом обсуждали. И получилось так, что буквально сразу несколько членов жюри вот в этот ящик поместили натюрморт вот этого вот баковского ножа. На мой взгляд, просто отличное фото. Елена, вам действительно нужно, я не знаю, заниматься какой-то фоторекламой и ставить это все на профессиональный уровень, потому что фотография просто чумовая. Бак вам уже должен за рекламу. В общем, владейте, в общем, поздравляю с обновой, заслуженная победа, отличный ножик, хороших вам фотографий, отличного лета и вообще, в общем, вот, Антон, или я не знаю, кто-то там из представителей первого цеха обязательно свяжется с Еленой мы лично не знакомы, и даже я ее как-то не видел среди активной какой-то переписки, активного участия в клубе. Поэтому, Лена, я вас от всей души приглашаю. Пожалуйста, помещайте фотографии в группу, участвуйте в нашей жизни. У нас интересно, у нас хорошо, женщины нас не обижают. И фотографируйте побольше, присылайте побольше таких вот замечательных фоток. Поехали дальше. Категория «Нож на природе». Ну, здесь совершенно естественно, что в категории «Нож на природе» приз предоставил магазин tuknives.ru Миши Ленинградича, Михаила Ленинградича. Почему? Потому что Михаил дает самые лучшие цены на ножи «Опинель», «Трамонтино» и, конечно же, на «Морок Ниф». Что может быть более природно, чем «Морок Ниф»? Да ничего, на самом деле. Это как бы вот. И нож, который предоставил в качестве приза Миша Ленинградич, на мой, ну, это мой любимый нож для, скажем, для работы именно вот в лесу по каким-то деревяшкам от компании «Морок Ниф». Это «Канцбол» в оранжевой версии. Замечательный приз, как нельзя лучше вписывающийся именно вот в саму философию номинации «Нож на природе». Кстати говоря, с кодом «Архадыр» в магазине у Миши
постоянная скидка 5% на все про все. Итак, очень интересный у нас участник победил в этой, в этой номинации. По крайней мере, уже точно никто не сможет обвинить нас в какой-то дискриминации по половому признаку, потому что вторая женщина уже получает приз, это Ольга Яблокова. С ее фотографией Ти Вуда. И я могу сказать больше. Другие фотографии Ольги очень активно, мощно, до самого финального голосования, до самых-самых вот последних, до финальных каких-то вот выборов, шли ноздря в ноздрю с другими фотографиями в остальных категориях. И победила она именно в категории «Нож на природе». То есть все фотографии Ольги очень замечательные, и они действительно очень классные. Фотка с абсентом, она просто там... Мне просто знатоки объяснили, что там глубина присутствует и глубина снимка, и то, и сё, и пятое, и десятое. Я говорю, ну, наверное, да, мне просто бутылка нравится, и все. В общем, фотография Ти Вуда, вот то, как пойманы вот эти вот капельки росы на траве, вот как вот этот вот игра освещения передана Ольгой, просто чумовая. Хотя, надо признать, изначально я голосовал за другую фотографию, вот лично я, и... Все равно я признаю, что фотография, которую сделала Ольга, она действительно заслуженно стала победителем. Опять же, потому что мне немножко распедалили там по каким-то нюансам, потому что лично меня больше, конечно, интересовало так, чтобы там море, горы, там, чтобы простор, чтобы все это было. Но в любом случае огромное отдельное спасибо всем, кто поместил ножи в эту категорию. Почему? Потому что вот я просто знаю, я просто понимаю, что такое стоять где-то там на какой-то верхушке или на каком-то берегу. И вот так вот. Вот меня вообще не втыкает архитектура. Единственный архитектурный ансамбль, который по-настоящему произвел на меня впечатление, это Саграда Фамилия в Барселоне. Рыбацкий бастион, да, он красивый, но это не то. Это все остальное это так. То есть вот от Саграды Фамилии я реально припух, когда стоял так вот и залип. А вот на природе такое частенько бывает, особенно когда какие-то там мрачные низкие тучи прям давят. Или вы когда-нибудь видели вообще цвет воды в озере Балатон? И именно когда над ним висят вот эти вот облака или тучи, это просто 50 оттенков серого. Ты просто стоишь, смотришь, как вот эта вот перламутровость, она меняется прямо на глазах, когда солнце выходит. И вот это вот. И можно за этим наблюдать, я не знаю, часами. Поэтому, когда смотришь на фотографии в категории «Нож на природе», ты просто понимаешь, какая, сука, красота в этот момент просто окружает человека, который фотографирует нож. Вот. В общем, Ольга, поздравляю с заслуженным призом, и магазин Миши Ленинградовича буквально в ближайшее время с вами свяжется для того, чтобы получить адрес и отправить вам нож, который, я надеюсь, вам или кому-то из ваших близких очень хорошо придется в руку именно на природе. Канцбол просто шикарнейший ножик. Поехали дальше. Дальше у нас категория «Приятного аппетита / вздрогнем». Предоставил приз в этой категории интернет-магазин soldatudachi.sld.ru. Постоянная скидка с кодом Архадыр 5%. При этом я понимаю, что у нас настолько тесное ножевое сообщество, настолько все в курсе всего, что есть... Один замечательный человек, который в этом магазине дает скидку, пускай немножко, но побольше. Я понимаю, что все люди, которые общаются в группе Архадыр, и они, скажем так, смотрят мои обзоры на ножи, предоставленные солдатам удачи, они все равно так или иначе в курсе той скидки побольше.
Ну, я бы сам, честно сказать, я бы даже сам собственный код бы не использовал, я бы использовал 8% код. Это же совершенно естественно, правильно? Неважно. В общем, солдат удачи предоставляет, конечно же, SteelWheel, и это новинка, складной нож, чат-бот. F1433, по-моему, так вот он называется. Я за этот нож ничего не могу сказать. Почему? Потому что он буквально вот сейчас, летят самолеты, плывут пароходы, привет мальчишу, буквально сейчас он едет ко мне из Петербурга, именно SteelWheel чат-бот, и будем смотреть, что это за нож, будем тестировать и так далее, и так далее. Я вам говорил, что первоцехи шикарнейшим образом подходят для фотографии. Это действительно ножи, которые просто хочется фоткать, фоткать и еще раз фоткать. Так и случилось. В этой категории победителем становится Евгений Вабир с... Я прошу прощения, Евгений, может быть, фамилия читается Вобер или Вабир, не знаю, с фотографией улучшителя. Фотография вышла очень яркая, такая прям вкусная. Реально, вот смотришь, и слюнки текут. И я признаюсь, у нас даже возник спор с Виктором Миллером. Не спор, но я сказал, ну, конечно, нарезал, небось, там этот... как там такое сальце получается, я не знаю, что, нарезал мяско, говорю, кухонником, потом приложил сверху улучшитель и типа вот, любите меня, фотографируйте меня. На что мне Виктор Миллер, счастливый обладатель улучшителя от первого цеха, указал на некоторые нюансы, которые доказывают, что это мясо порезано именно улучшителем. Я спорить не стал, потому что фотография на самом деле замечательная, и она абсолютно... заслуженно становится победителем, хотя было очень много вкусных фотографий, по-настоящему прям таких, что пальчики оближешь, и с мясом, и с какими-то овощами, и с, конечно же, с какими-то горячительными напитками. В общем, выбор и в этой категории был очень непрост, но победил Евгений. Я поздравляю, и буквально скоро солдат удачи свяжется с вами и пришлет вам, я не знаю, с вами, с тобой. Опять же, тоже нет какого-то такого постоянного близкого общения, поэтому все-таки лучше быть вежливым на всякий случай, хотя у нас, конечно, принято обращение «ты» и «товарищ». Так вот, товарищ Евгений, к тебе приедет нож SteelWheel чат-бот. Если не лень будет, если будет, как говорится, не впадло, пожалуйста, оставь какие-то небольшие впечатления от самого ножа у нас в группе. Как вот это вот, почему? Потому что мне интересно, что вот он ко мне сейчас приедет и к тебе сейчас приедет такой же нож. Можно будет сравнить наши какие-то впечатления, какие-то моменты там рабочие и прочее, прочее. Следующая категория — нож в работе, и на самом деле тоже все было непросто, но фото, которое победило в этой категории, оно просто великолепно, оно прям вах, оно классно. И как профессиональные фотографы наши там распедалили все, как должно быть, и так и с непрофессиональной точки зрения, когда ты просто смотришь и ты понимаешь, что вот нож в работе. И приз предоставил, конечно же, замечательный магазин, самый первый партнер канала Архадыр, с которого все, собственно говоря, и начиналось. Магазин inives.ru, империя ножей. С империей ножей у меня прям вот такие вот прям отношения, очень близкие, очень тесные. Я рад, что я знаком с этими людьми, я рад, что мы вместе работаем. И... конечно же, это Mr. Blade, конечно же, это конвейер, здоровенный тоже ножара, очень классно. У нас, видите, у нас два Mr. Blade в призах оказались. И что я могу сказать? Про 8% с кодом Архадыр я уже сказал, про скидку. И, конечно же, Mr. Blade — это империя ножей, это просто офигительный нож. Потому что как раз-таки вот у нас получается так, что... один приз — это конвейер, другой приз — HT2. Чаще всего мне в личку, когда выбирают Mr. Blade, пишут:
И что выбрать? Не конвейер, а конвейер. Конвейер или HT2, или конвейер или HT1. Оба ножа просто, на самом деле, все три замечательны. Итак, кто у нас становится победителем в этой номинации? Победителем в этой номинации у нас становится Андрей Чепурных. Прошу прощения, опять же, как вот ударение правильно ставить. Андрей, ты огромный молодец. Огромное тебе спасибо даже не за фотографию, которая заняла первое место в своей номинации, в своей категории. Она классная, я уже сказал, что она просто суперская. На самом деле, Андрей замастырил себе небольшую финочку, вот то, как вот тот нож, который я люблю, с совершенно небольшим таким клиночком. И он выставил фотографии, как он этот нож делал, и как он потом на рыбалке. Причем вот эта вот фотография, где ты стоишь и держишь какую-то вот, ну вообще милипиздрическую вообще рыбку, но именно рыбак, турист-милитарист. Я просто в восторге. Я, как говорится, вот с этой нарезки фотографий Андрея, извините за грубое выражение, я просто ссался кипятком, потому что на самом деле очень классные фотографии. И по большому счету здесь не сыграла роль, что вот другие фотографии такие замечательные. Нет, вот фотография, которая вот этот вот промасленный нож весь в работе, такая в темных тонах фотография, она победила совершенно заслуженно сама по себе. Но отдельный тебе респект за вот эту вот серию фотографий с финочкой, потому что я сейчас это говорю, я вспоминаю именно вот. Между прочим, я тут с уловом. Я просто сам такой. И это мне очень понравилось. Спасибо большое. Замечательного тебе обладания. Замечательным ножом. Империи ножей. Огромное спасибо за такой классный приз. Ну что, у нас остается всего одна категория. Мистер X. Ну и еще раз. Салех. Я на самом деле тебя не забыл. Я просто перечислял. Но мне просто... Я Салеха столько раз как-то... случайно или совершенно несправедливо обижаю этого замечательнейшего человека, человека просто с щедрой душой. Салех нарисовал новую эмблему клуба Архадыр. Он заказал патчи за свои деньги и просто разослал бесплатно там тем, с кем вот он общается в клубе. То есть, ну, абсолютно... А мне прислал столько вкусняшек, что я до сих пор их не могу съесть. Потому что варенье из баклажана, оно до сих пор стоит закрыто. Я жду просто зиму. Салех, я не ем столько сладкого, по крайней мере, летом. В общем, Салех с гордостью сказал, что он предоставляет в качестве приза аутентичные топорики Гиймякэши. Ну, это такие топорики с загнутыми этими самыми носами, которыми делают, рубят фарш. Очень-очень классные. Он сказал, что они аутентичные, потому что они из того села, где их делают непосредственно. Вот там изготавливают эти топорики. И единственное, сразу он предупредил, что если случится затыка с таможней, это вот единственное, чего он опасается. Потому что, на мой взгляд, не должно быть. Они, во-первых, выглядят сувенирно, во-вторых, там, я не знаю, херова туча пунктов, по которым они совершенно хозяйственно-бытовые, там вообще никаким образом, как, что это, вот эти вот туфли маленького мука, как их вообще можно назвать каким-то холодным оружием? Они изначально сделаны таким образом, что они совершенно теплые. Но неважно. Ну, в общем, Салех слегка подстелил соломки на случай того, чтобы падать. Он сказал, что если будет какая-то затыка с таможней, он обязательно что-то придумает. Но вот как официальный именно приз, который вот он изначально планирует, это именно вот эти два топорика для того, чтобы делать всякие вкусняшки. Немножко категории Мистер X. Все спрашивают, что такое Мистер X? Какая категория? Это был такой у нас запасной аэродром, на самом деле, на случай непредвиденных каких-то обстоятельств. И в ходе обсуждения буквально в самом-самом начале конкурса мы решили, что категория Мистер X это будет просто фотография, которая наберет больше всего лайков.
И специально не было номинаций приз зрительских симпатий, специально не было номинаций приз, который наберет там фотография, которая наберет там больше всего там просмотров, лайков и прочее, прочее. Потому что, как вы знаете, вот в любом конкурсе, когда есть такая номинация, вокруг этой номинации так или иначе начинается какая-то заваруха. Да я что далеко ходить? Я сам совершенно откровенно признаюсь, я участвовал в этой афере под названием фотоконкурс Суприма, когда я до сих пор признаю абсолютно откровенно. Я просто попросил за меня проголосовать в сообществе в нашем, для того, чтобы получить Маламут, по-моему, там был, да, Маламута, и оттестировать его быстрее, чем если бы он... Да он бы, наверное, так до меня и не доехал сейчас. То есть, по большому счету, это было в чистом виде, я совершенно откровенно сказал: ребят, вы за меня проголосуете, и я после этого просто беру этот нож, иду тестирую и снимаю видео. То есть, это была совершенно грязная махинация, но просто надо было сделать тест. Вот и все. Я очень много сталкивался с какими-то подобными явлениями у нас в группе, потому что... Ну, вы знаете, те, кто постоянно вот в клубе Архадыр уже с самого начала присутствует, когда у нас были какие-то зарубы, когда у нас были какие-то... У нас не было фотоконкурсов, у нас были именно зарубы, какие-то вот моменты, подтягивались просто с совершенно сторонних ресурсов люди, кто-то там вербовал, кто-то подтягивал своих знакомых, там за кого-то жена просто там по всем фронтам. В общем, были очень такие неприятные моменты. И поэтому все так произошло. Мы не стали объявлять приз зрительских симпатий. Но мистер X — это и есть он. И по большому счету там 30 с лишним всего лайков набрало, но... Люди смотрят, людям нравится и так далее, и так далее. И вот совершенно вот эти вот случайно взятые лайки, они решили судьбу этого приза. Но, что характерно, совершенно не случайный человек стал призером в этой номинации. Почему? Потому что Иван Симаков, сколько у нас там было ограничений? 10, по-моему, фотографий от человека. Он все 10 фотографий сделал просто бомбезными. Просто бомбезными. И на мой взгляд, да, мне очень тяжело выбрать из его фотографий какую-то лучшую. То есть вот эта вот фотография, которая стала победителем в этой номинации, то есть вот эта вот рука, которая вырывается там из воды с ножом, вот эти вот брызги, и все это классно снято. Это действительно очень круто, это очень круто по сюжету. В конце концов, человек запарился и не поленился залезть в воду и вынырнуть с этой рукой, чтобы его сфотографировали. То есть фото постановочное, это понятно. Ну или, может быть, из жизни взято, я не знаю. Но в любом случае, огромное спасибо за другие фотографии, потому что вот эта вот девушка с пончиками — это просто атас. Фотография с мобильным телефоном просто... Ну, на самом деле, у Ивана все фотографии очень круто сделаны, они очень красивые, они с сюжетом, они просто замечательные. То есть здесь получилось так, что, ну, совершенно заслуженно вот эти топорики поедут к Ивану, потому что он, помимо вот этой вот руки, которая взяла у нас мистер X, она... Я сразу вспомнил фотографии Вадика Галачалова. Вадик Галачалов у нас... наверное, снял и опубликовал самое ажиотативное фото в стиле Super Mike XXX Вадим. Это было просто классно, это было просто супер. Я думаю, ты в себе можешь найти какие-то таланты, и когда ты выйдешь на свою пожарную пенсию, а ведь пожарные раньше выходят на пенсию, то ты вполне можешь работать... Я не знаю, там, в какой-нибудь... Я не предлагаю тебе стать стриптизером, но фотка вот такая вот, Вадик. Ладно, возвращаемся к категории мистер X. В общем, Иван очень красивые фотографии сделал все и совершенно заслуженно получает свой приз. Я поздравляю. И как там этот говорит?
сумасшедший телеведущий. Не переключайтесь, есть еще пара сюрпризов. Ну и как я уже говорил, на самом деле очень тяжело было выбирать. Просто вот занятия хуже не придумаешь, потому что ты выбираешь лучшее, а ты понимаешь, сколько замечательных, по-настоящему отличнейших фотографий. И спрашиваешь, why, почему это так случилось, почему они не прошли, почему они не победили. В общем, еще один партнер Архадыр Club, это YouTube-канал Архадыр, поскреб немножко по сусекам, и также поскреб по своим сусекам Валера Ермаков. И у нас есть еще парочка дополнительных призов, которые я бы ни в коем случае не стал бы говорить утешительными и прочее. Утешительные призы дают за участие, скажем, проигравшим. А ребята, которые получат сейчас эти призы, я их ни в коем случае не считаю проигравшими. Они на самом деле сделали просто чумовые фотки, и они просто по-настоящему реально круто постарались и потратили и время, и прочее. По поводу времени, это, конечно же, Артём Лавренчук. У тебя, ну, мало того, что Артём постоянно публикует красивые фотографии, Артём живет в шикарнейшем месте. Он живет на Алтае. И он публикует фотографии вот этой природы и прочее. Но приз Артём получает за серию фотографий под общим названием, их бы назвал «Сталкер». Просто шикарно, действительно, человек заморочился, человек сделал просто отличнейшие постановочные снимки, постановочные фотографии, которые совершенно спокойно конкурировали. Они не могли бы конкурировать, они очень достойно конкурировали во всех практически категориях с другими, ну, именно с победителями в тех категориях. Поэтому, Артём, ты замечательный молодец. Огромное тебе спасибо за вот очень мощную, большую активность в группе. И причем, опять же, можете там, я не знаю, это как угодно. Злые языки все равно почешут, правильно? По факту Артём свой приз получает не за то, что он активен в группе, потому что другие люди тоже активны в группе. Они действительно тоже много вклад свой вот в эту вот житуху, бытуху нашу вносят, но они, к сожалению, вот не получат приза. Здесь одно с другим никак не связано, потому что вот эта вот сталкерская серия, она лично для меня просто, ну, вынос мозга. Ты молодец. Действительно, действительно отлично. Другие фотографии, там, и спайдерка, и бурундуки, они классные, но вот сталкер — это просто что-то с чем-то. В общем, Артём у нас получает замечательный нож Несмук от финской компании Бриса, в прошлом Энза. Почему этот нож? Он, мне кажется, что он Артёму очень зайдет, потому что Артём очень любит фотографировать ножи, а этот нож, он просто просится в кадр. Ну и, конечно же, можно будет мимоходом там что-то порезать, что-то построгать или порубить. В общем, Артём, я тебя поздравляю с совершенно заслуженным призом. Следующий приз такой вот, как бы, дополнительный, не утешительный, а дополнительный, получает Сергей Васильев. За целую серию замечательных, по-настоящему, фотографий, очень классных, которые прям не одно фото, а именно их несколько. Ну, слушай, ты уж совсем офигела, что ли? Я, между прочим, здесь снимаю мувик свой. Муха какая-то любопытная прилетела. Сергей Васильев, вот эта фотография, где нож воткнут в мясо, у меня, я вспоминаю сейчас, я плотно позавтракал только что, я вспоминаю сейчас, и у меня прям начинается слюновыделение, потому что настолько это аппетитно было сделано. Сергей, ты
Давай уже на «ты». Ты получаешь нож от компании YaktKit KNV-3. Небольшой лесной такой ножичек, линза в ноль. Я очень надеюсь, что он тебе понравится. Я очень надеюсь, что он тебе доставит какие-то положительные эмоции в вылазках там, на природу и так далее, и так далее. И есть у нас замечательный еще один человек. Зовут его Алексей Иванович. И я не знаю, или это фамилия Иванович, или это просто имя, отчество без чего-то там. Он, да что ж ты будешь делать, а? Алексей Иванович сделал целую серию классных фотографий природных и несколько фотографий с ножами первого цеха, где он так все красиво там отфильтровал, перекрутил, перевертел, раскрасил все совершенно такими фантастическими красками. В общем, на самом деле все 10 фотографий просто замечательные, и они реально вот прям, ну, по-настоящему украшение всего конкурса, они по-настоящему украшение всего вот этого. Вот знаете, я сейчас говорю, и у меня, меня не оставляет просто вот это вот этот лобзик, который во мне пилит. Почему? Потому что надо было, я не знаю, надо просто искать тогда количество призов по количеству участников, потому что все молодцы. Но в любом случае, Алексей, спасибо тебе огромное за вот этот вклад, за вот эти фотографии. И приз Алексею предоставляет мастерская «Муравей». Это вот это вот их фирменное небольшое заточное устройство. Поздравляю, острых тебе ножей. Будет очень приятно, если ты отпишешься потом не от канала, а отпишешься именно по факту использования, как оно тебе зашло. И, конечно же, Валерию Ермакову спасибо. Валера сам предложился. Вообще, я в этом конкурсе, если вы заметили, я в качестве спонсоров подтянул магазины, не производителей, магазины. Не знаю, по какой логике, но вот я так и решил. И Валера сам предложился, он мне написал, говорит, хочу сделать приз, ваш фотоконкурс. Нет преграды патриотам, правильно? Поэтому вот. В общем, я закругляюсь, я прошу прощения за потраченное время. Огромные поздравления победителям. Огромное-преогромное спасибо всем участникам конкурса за вот эти вот доставленные шикарнейшие эмоции. На самом деле, ребят, я не занимаюсь сейчас художественным свистом. Почему? А все очень просто, потому что я по-настоящему, я когда монтировал это, сука, видео, я реально, у меня была возможность абсолютно все фотографии разглядеть. То есть я несколько часов рассматривал эти фотографии, и они действительно просто очень замечательные, они просто классные. Огромное всем спасибо. Канал Архадыр, все самое интересное впереди. Будем обязательно что-нибудь устраивать, обязательно будет у нас какой-нибудь интерактивчик, проекты. А сейчас я пошел зарубать между собой триадлок и скорпионлок. Будем развлекаться. Вот. Все. Огромное еще раз спасибо. Всех поздравляю с замечательным летом. Пока. Увидимся.